Всем доброе утро. Сегодня у нас очень ответственный день. Сегодня мы привели Солюшку на взвешивание, на обмеривание и еще на прививки. Сегодня будут делать три прививки. Одну будут делать уколом, а две капельки будут капать. Так что будет нам весело сегодня. Ну вот я хочу, в прошлый раз я сняла видео, но как-то не выставила я его. А сегодня я хочу снять видео и показать вам одну из поликлиник. Называется Типат Халав. Это значит, ну, от слова типа это капля, халав молока. Но это такая специальная поликлиника, где только взвешивают, обсматривают малышей и младенцев. Ну, вот такое очень уютное помещение. Такое здесь все в картинах, все в растениях, бабочках, скамеечка тут такая. Ну и там тоже самое. Вот такое красивое помещение. Огромный холл такой интересный. Но я с самого начала хочу начать. Значит, здесь заходишь, направо поворачиваешь. Здесь туалетная комната, там кладовочка какая-то. Можно помыть руки, умыться, сходить в туалет. И два даже туалета. Ну и дальше вот пошли. Значит, здесь специальная комната для работников. Которые могут покушать, холодильник, микрогаль, еще одна там микроволновая печь, ну вот продукты все различные, кофейная машина и посуда различная тут. Стол обеденный, здесь могут работники этой молочной кухни, наверное, так по-русски называется, я уже точно не помню. Но могут пообедать, отдохнуть. Вот такое. Вот пока малышку там еще не прививают, немножко она молчит, но скоро, конечно, будет весело нам. Ну, а теперь сворачиваем. Вот такая вот здесь я уже была, но еще раз пройду. И подробнее вам покажу этот помещение. Ну вот слева кабинет врача. Здесь уже были при нас люди. Наша в следующей комнате, даже через одно, уже принимает медсестра. Медсестра русская, но она, видать, много лет уже в Израиле, поэтому говорит она с акцентом. Но здесь комнатка, где можно покормить грудью. Вот мамочка может зайти с малышом и покормить ребеночка. Специальные приспособления. Здесь кресла такие, кресло-качалка. Ну и вот здесь вот такая вот красивая комнатка. Там еще какое-то здание, но помещение, может быть, это комната бетахона, это как бы комната для убежища. Ну и здесь вот такие вот игрушечки различные. Так что все очень культурно, очень мило. Ну и вот здесь то же самое. Различные стенды с напоминаниями там. Брошюрки такие, каждая мамочка может посмотреть и научиться чему-то. Ну вот в этой комнате Солька уже ему, ей делают это. Вроде капли капают какие-то, но укол оставили напоследок. Я не буду снимать, как ее будут колоть, как она будет кричать.
надеюсь, что все будет хорошо. Так что всем хорошего дня, всем прекрасного настроения. Пока-пока.